Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. Вкратце объясню смысл этой рубрики. Вы мне в ВК и в комментариях пишете просто тонну годных сетов. В этой рубрике я выбираю из этой тонны самое-самое лучшее и показываю свою вам. Вы предлагаете сеты именно для меня, чтобы я их собрал на этом аккаунте и играл с ними, а также пацаны. Подписаны только 46% зрителей, и я кидаю вам челлендж. Если ты не подписан на канал и смотришь из рекомендаций, то подписывайся на канал, нажимай на эту красную кнопку, и в конце именно для тебя будет сюрприз. Приятного просмотра, если кушаете, приятного аппетита. Погнали. Пацаны, рекомендую вам канал Зайрат. Это канал с неплохим контентом, у него есть челлендж с MP5, это самая сложная ппшка в игре, а также коротенькие нарезки киллов. И еще он проводит небольшой конкурс, но для его аудитории это в принципе неплохо. Ссылочка в описании, участвуйте в конкурсе, а также передайте привет от меня под последним видосом. Итак, пацаны, сеты сегодня будут крутые, и многие вы сможете повторить на своем аккаунте. Одеваем вот эту причесочку с пропуском, а потом очки вора в законе, а торс с джекпота, который был недавно с очень крутой прической. Далее одеваем штаны тоже с другого пропуска, вот с этого, и кроссы оставляем им вот эти. Мне это сочетание понравилось, оно крутое. Есть сочетание торса и штанов. В принципе, если вы сможете повторить, то повторяйте. А мы идем далее. Вот это крутая причесочка. Потом маска с инкубатора. Вот это. Далее торс тоже с этого же инкубатора, голубой. В принципе, идет уже тавтология с... сетов, то есть те торсы, маска с одного набора, но мы идем просто далее. И сюда еще одеваем кроссы данк мастера. Вот такой сетик, в принципе, неплохой. Крутое сочетание. Сюда бы я одел голубой рюкзак, который выдавался бесплатно, и было бы вообще пушечно. Так, а вот эти сеты зашли и мне, и вам. Поэтому давайте смотреть. Сюда мы одеваем голову зомби-самурая, потом верх танцор с пулями. Эти сеты это я выкладывал в Инстаграму, поэтому если ты еще не подписан и хочешь наблюдать топовые сеты и что будет в следующих видосах, ну так сказать, релизы, то подписывайся, ссылочка будет в описании. Кроссовочки сразу же оденем вот эти, чтобы к ним потом не возвращаться. По штанам. По штанам тут два варианта. Либо штаны у нас зомби-самурая. В принципе, штаны зомби-самурая это такая шняга, что с ними мало чего подходит. Но именно этот торс сюда смотрится очень круто. Еще мне понравился этот сет с другими штанами. Это уже я чутка доработал. Но потом скинул подписчику, который мне это посоветовал, и он сказал, блин, круто. Осталось только найти эти штаны. Ля, где они? Они же тут где-то должны быть. Во, вот так. Вот так, мне кажется, что смотрится вообще круто. И мы вместе потом еще доработали сет и сделали его вот таким. Пацаны, я в этом сете отыграл, мне он очень понравился. Если он вам тоже нравится, то пишите в комментариях. Далее идем с этой, вот с этой причесочкой. Тоже будут два сета, но они очень крутые и настолько разные, хотя очень не похожи. Тут одинаковые будут кроссы, прическа и торс. Сейчас мы просто чутка будем изменять штаны. Для первого сета нужны будут штаны Алока, а не кроссы. Кроссы я тут чутка
заговорился. Вот, вот такой сет, очень крутой, очень топовый. И теперь мы просто чутка его изменим. Смотрите, сюда мы одеваем штаны ангела. Напоминаю, этот сет был чисто для меня. И вот такую ее масочку, блин. И смотрится тоже, тоже очень круто. Мне безумно это зашло. Далее, сеты, которые вы, скорее всего, сможете повторить. Одеваем вот эту, вот этого грифона. Потом плащ с бесплатного пропуска. Интересно, он у меня открыт или не открыт. Если не открыт, то давайте его откроем. Да, открываем. Так, плащ вот этот. Потом штаны мы одеваем, которые можно было получить бесплатно в золотом джекпоте. Вот этот. И кроссы оставляем эти. Пацаны, очень крутой сет. Кто может повторить, рекомендую. А по штанам еще можно, если у вас нету этих штанов, то можно надеть и вот эти коричневые. Смотреться будет тоже очень круто. Далеко от грифона на не уходим, одеваем другой торс, такой черно-желтый. Это был двойной джекпот, сюда мы еще оденем штаны Алока. Или Алока, то как его называют. Так, я полистал их опять. Так, вот штаны Алока. Кросса оставляем эти же. Я почему-то недолюбливал эту маску у грифона, но я посмотрел, и это и с ней я можно собирать реально годные сеты. Так, идем далее. Это сет будет тоже от подписчика, но в нем играет самурай. Только я не помню, с какой он маской играет. Но мы оставим эту, потому что она мне чутка больше нравится. Так, это торс, эти штаны и вот эти кроссы. С тайного. Вот. Вот. Очень крутой сет. Кстати, можно вместо этого верха одеть инкубатор новый за 3 чертежа. Вот такой. И мне кажется, что будет смотреться даже в какой-то степени поинтересней. А также можно рассмотреть его вот с этой курточкой. Но уже штаны нужны с тайного магазина. Именно которые, именно... Ля. День... Во, вот эти. Смотрите, это пушка. Только кроссы. Кроссы уже нужны за 1500 алмазов. Которые... Вот эти. Во. Ля. Это крутой сет, но это сет самурая. Но чтобы полностью повторить его сета, одеваем очки вора в законе. Пушечный сет. Ну и последний завершающий на сегодня сет, это сет вот с такой бесплатной головой. Что мы сюда одеваем? Солдата ТЧС, потом штаны с чемпионата мира. Синенькие, где они? Вот. Ля, мне уже нравится. Красота-то какая. А по кроссам давайте, кстати, думать, потому что можно одеть и вот эти кроссы. Можно одеть... Нет, эти не можно одеть. Так, а где? Во. Блин. А вот тут я уже разбегаюсь. Либо вот эти кроссовочки одеваем, либо вот эти. Я даже же больше, наверное, я вот к этим склоняюсь. Ля, это очень топово. Блин, пока эта маска есть в игре, пока она не закончилась, я буду гоняться в таком сете, и к этому сету я одену рюкзачок. Во-первых, рюкзачок одену. А где он? Снизу. Вот этот. А в руки возьму МП-40. Сейчас скажу. Какой. Ля, вот этот. Он на тоже играбельный, очень топовый. Показывать в лобби. Ля, просто смотрите, все подходит. Ну и по кроссовочкам еще можно рассмотреть с инкубатора, который я уже показывал.
Все-таки напишите в комментариях, вот тут еще вылезет подсказка, какой вам больше нравится. Вот такой первый или вот такой второй? Нажимайте циферку 1 или 2 и посмотрим, что вам больше понравилось. Ну и обещанный сюрприз для тех, кто подписался и досмотрел до конца. Напишите в комментариях ваш ID от игры. И все. В одном из следующих видосов я выберу одного счастливчика и задоню ему недельный ваучер. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами Скилл.